Гомелі завершено расследование криминальной справы об вербовании жанчын для занятия проституцией. На протягу нескольких годов гомельчанин знакомился с потерпелыми, обещал им престижную работу у Китая. Але за мяжой жанчыны под уздзеяннем физичного и психологичного натиску были вымушены оказывать интимные послуги. За пандемией коронавируса возникли проблемы с выездом за мяжу, тому обвинувачены организовал работу на здымных кватерах у Минску. Летом минулого года, коли он спробовал отправить белорусок у Турцию, его затримали правоохоўники. По уголовному делу проведен комплекс следственных действий. Следователи допросили обвиняемого, потерпевших, а также женщин, которых он пытался завербовать для занятия проституцией. Изучена переписка фигурантов, а также сведения о проведенных платежах. Установлено, что за весь период организации и использования занятия проституцией обвиняемый получил преступный доход в сумме не менее 20 000 рублей.